Всем привет! С вами на канале Сибирский Механик. Вот, из своего гаража снимаю видео. Рабочий день подходит к концу. Вот, решил записать тут небольшое видео про расширители лыж для снегохода. Стояли у меня расширители такие вот. Проехали они на снегоходе 300 километров. Вот. Ну, 300, да, 300. 300 километров они проехали, и они все нафиг исшуркались. Здесь исшуркались все. Здесь исшуркались. Вот эти расширители я покупал на Авито. На Авито покупал в Рыбинске. Вот. Самое главное, здесь носок толстый. И здесь толстая лыжня сзади, да? А внутри, где основное, она вообще тонкая. Я фиг знает сколько. По бокам здесь, наверное, 2 мм. И вот они очень сильно быстро износились. Я вот купил взамен. Был на Кузнецке, снегоход на ТО, когда отдавал. Съездил, купил. Такие же купил, 6 мм. Посмотрел их, штанги там все промерил. И вот они так, ровно все 6 мм. Вот. Я так понимаю, эти вот, которые я покупал на Авито, они там в Рыбинске где-то, в каком-то подвале, наверное, в подвале в гаражах отливаются, не пойми из какого пластика, потому что на них ни маркировки нету, ни названия, нифига. На этих лыжах вот центр пласт, это не реклама, ничего, да? И номер лыжи, да? 28. То бишь вот эти, скорее всего, хорошего качества должны быть. Вот, хорошего качества. И, я думаю, должны ходить. Вот, сейчас мы их разрежем болгаркой, вот эту лыжу. Здесь вот, и посмотрим, пополам разрежем, из какого металла, из какой толщины, какая толщина здесь вот получается. Вот здесь я штангелем промерял на ногах, они все 6 мм. А эту сейчас разрежем и посмотрим. Вот она лыжина распилена на расширитель. Ну и торца, в принципе, толщина где-то 3 мм. Да, она у новых, у них вот этих 6. Видимо, все-таки качество пластика оставляет желать лучшего. Да, некачественный пластик. Потому что я говорю, они... маркировки нифига нету. Вот. Их теперь только утилизацию эти расширители. Вот эти, говорю, они гораздо толще и смотрятся новые качества. И маркировочка есть. Но будем надеяться, что эти расширители проходят гораздо дольше. Причем что, вот по асфальту нигде ничего мы не ездили. Только по лесу, по снегу, где-то лед. Вот. Ну, соответственно, в прицеп заезжаешь, когда. Ну, иной раз по тайге едешь, где-то какие-то веточки все равно попадаются. Но об ветки так быстро шуркать их не могло. Поэтому качество материала. Вот. Такая ситуация. Но никогда на таких вещах не надо экономить. Я сэкономил, скажем так. Да не сэкономил. По незнанке знал бы, что в Кузнецке их тогда не было. Когда я покупал, их в магазине тогда не было. Вот поэтому заказал на Авито. Такое видео по расширителям. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.